Уважаемые граждане России, дорогие друзья, этот год был очень тяжелым, и это все из-за меня. 2 года назад я начал преступную войну, в которой погибли сотни тысяч россиян и украинцев. Зачем это было нужно? Я уже и не помню. Какая-то чушь про судьбу России и священный долг перед предками. А, точно, это чтобы я и мои друзья дальше могли оставаться у власти и грабить вас. Я обрек Россию на годы нищеты и международной изоляции. Из-за меня вы даже яйца для оливье купить не можете. Сердечное спасибо вам, что до сих пор не убили меня за это. Поднимем бокалы за то, чтобы я как можно скорее оказался на скамье подсудимых и отправился гнить в тюрьму. С новым 2024 годом!